Пленники, слушать сюда! Вот здесь эскейп вмёшь, там будет... За преступление против Ариата вы изгоняетесь на заброшенный материк Греклас. Власти острова милостиво даруют всем изгнанникам оружие. По одному в руки. Выбирайте с умом. Ариат вручает вам прощальный подарок. Возможность искупить грехи и начать новую жизнь. Не упустите ее! Голенькие. Вот, что так, за... Скейп. А, назад. Скейп. Графика. Нужно весь экран в окне. Чего сохранить? А вот. Сохранить. Дальше. Звук сразу. Вибрация. У меня что-то слишком долго грузится. Высокое качество сглаживания. Высокое качество текстуры, очень высокого нет. Вибрация. 16x. Посмотрим, насколько все будет плохо. И сейчас супер лаги. Что теперь надо выбрать? Ты уже выбрал персонажа? Ну, я магичку создал, чисто протестить, создаться или нет. У меня это окошко выскочившее. Создать. Плывите прямо к берегу и держитесь вместе. Ищите людей, готовых вам помочь. Не первые, не... Жизнь — это воля. Возможность зверя и человека быть собой. Каждый с рождения имеет право жить, сколько и как сможет. Я забираю чужую жизнь, а со временем отдам природе свою. Но дородным владыкам Ариата это правда не по нутру. Проще назвать меня воровкой и шельмой, заковать и отправить подальше. Ничего. Леса и горы Рекласта станут мне новым домом, а луг запоет песню свободы. Так, лучница прикольная. Гладиатор. Он сам напросился. Мог ли я стерпеть его нападки только потому, что он высокого рода? Вельможа быстро запел иную песню с вершком стали в брюхе. А меня признали душегубом за то, что посмел отстаивать честь. Но я буду драться за нее и впредь. С любым, кто дерзнет бросить вызов. Меня не манит богатство и мало волнуют друзья. В жизни я ценю только поединок. Пусть сейчас я изгой. Но с каждым врагом, каждой победой буду прокладывать себе путь обратно на Ариат. Злая судьба сулит мне Рекласт. Но я доживу до восторженных воплей завсегдатай в столичных арен. Я пока не знаю, в чем тут сам прикол. Но... Там кручная. Меня боялись не зря. Стоило прислушаться к своим страхам. Не приди они в мой дом с огнем, я бы не пришла за их детьми. Все завершилось ссылкой в Рекласт. Мрачное место. Другие изгнанники не имеют в ужасе, но для меня это просто клочок суши. Я дружна со стихиями, я повелеваю мертвыми, магичка, а страх ведьму? Угу. Держу на коротком поводке. Так, сейчас, одну секунду. Я хочу сделать, чтобы микрофон был ближе. Отлично. А дальше смотрим, кто у нас здесь остался. Я воин, рожденный для боя, верный защитник племени. Тебе расплюнуть, сказали они. Заткни ему пасть и получишь кошель. Сделай чисто, без свидетелей. А потом они убрали последнего свидетеля. Меня. Я бы молчал и залег на дно. Не дурной, свое дело знаю. Жаль, что наниматели мне не поверили. Они поставили выпивку за удачное дело. Я надрался и очухался здесь, на поганом корыте. Я служил потом и кровью, отдавая долг Богу и храму. Я был готов умереть за любого из братьев. И что за награду мне даровали за преданность и благочестие? Изгнание в земли проклятых, в Рекласт. Пусть так. Мои гонители — орудия в руках его.
Сам Господь даровал мне этот путь, и я пройду его, дабы стать сильнее и укрепиться в вере. Она щит мой во тьме грядущей. Жизнь — это воля. На русском надо. Возможность зверей человека не быть собой. Я, кстати, не слышно. Каждый с рождения имеет. Он не даст вести на английском. И как? Сейчас, погоди, я попробую. Я забираю чужую жизнь, а со временем отдам природе свою. А скажи еще что-нибудь. Но дородным владыка Мариата это правда не по нутру. Слышь, проще назвать меня воровкой и шельмой, заковать и отправить подальше. Да ничего. Ну, у меня на максимум. Игра тебя убивает. Леса и горы Регласта станут мне новым может, домом. Может, и в этом... А лук запоет песню свободы. В микшере? Дела. Ну, очень плохо и буквально на этом. Может, говорю, в микшере? А, сейчас. Микшер, это, кстати, круто проверить. А, микшер? Скайп, да не, у меня на полную стоит 100%. Странно. А ну-ка, сейчас я наушники сниму. А ну, сейчас скажи. Ну, не знаю, блин. Может быть, кстати, что за Гарена толк? Какая-то фигня у меня тачит. О, теперь отлично слышно. Что ты сделал? Я ничего абсолютно. Ок. Ладно, пора... Чёрт, я нажал дважды Escape и из игры выкинуло. Ну, я, по-моему, даже нашел как... Как начать игру? Как... Нет, как... Видимо, добавиться в группу и по тебе. Да, только... Мне это не сильно спасло. Все пишут, что всем давали какие-то шмотки за то, что были на закрытом бета-тесте. Но, по-моему, там давали только сети там какого-то 80-го уровня там или какого хрена. Максимально. Так, все. Денники, слушать сюда! За преступление против Ариана. Так, убедись. Жизнь — это воля. Вот. Возможность зверей. Жизнь — это воля. Возможность зверей человека быть собой. Каждый с рождения имеет право жить, сколько и как. А жить. Что за лига стандарт? Я забираю чужую жизнь. А, ну это вот, типа, героический или нет? Ну да, родным владыка Мариата, это правда не по нутру. Стандарт. Проще назвать. И там что-то еще два каких-то непонятных. Скоро. Ура! Я наконец начал. Так. Пока ничего не понятно. Ты на берегу есть? Да. Так, у меня даже лук с тремя. А как тебе... Как тебя зовут? Мы выбросили за борт 20 человек. Персонажа. До берега добрались только... Руля. О, есть такое. Позвать группу. О, есть такое. И чё? Ну, нажал. Вы присоединились к группе. Интеллект 14, сила 14, ловкость 32. Круто. Ну, я так понимаю, нам нужно до города сначала дойти. Или нет. Вы вызовите меню и выберите снаряжение или нажмите И. Так, у меня и так все нормально. Горящая стрела. Что это такое? Это камень, что ли? Нет? Походу. Походу, да. Чтобы вставить камень в гнездо по камню и выберите его потом в гнездо того же цвета. Прикольно. Вставил камень. А что тебе дали? Горящую стрелу. А, ну у тебя, по идее, вот там внизу, где кверти, и на кнопке мыши можешь правой кнопкой, левой кнопкой нажимаешь и выбираешь там, на любую кнопочку можно назначить твою стрелу. Ну, она уже, да, и так стоит. Вот. Ну, короче, давай туда идем в городу, там пока надо пробраться к городу, по идее. Убивая все, что тут есть. Я выбилась из сил. О, мана, два всего. Две маны? Осталось. А. Блин, всего. Думал, как печально бегать с тобой. Я, кстати, думаю, что проще было сделать вот такую изометрическую камеру и гамму, и... или вот то, что я сейчас делаю. Mm.
Ну фиг на. Сундуки и еще один грубый лук. Лук 3.9, 5%. Я второй левел получу. Хорош. Ну, кольчуга и шапка у меня. Мне не нравится здесь маленький инвентарь. Они пересмотрели Diablo 2. Да. А здесь ты по сути там много с собой ничего не поносишь такого. Хорошо. А как же фармить предметы и загонять их? Тут сундук есть. Так. Когда второй уровень нафармишь, то посмотришь на дерево до ланга. Я все еще дышу. Прекрасно. Ну да, я вижу. И нужно типа радоваться этому, да? Да. Не, на самом деле настройка там такая хорошая. Хорошая настройка. Но сейчас я могу только либо влево, либо вправо пойти. Ну да. И выбираешь. Скорость атаки. Быстрее буду атаковать. Или буду лучше уклоняться. Давайте быстрее атаковать. Подтвердить. Нужно, насколько я понял, ну, по крайней мере, во всех играх обычно нужно идти в одну сторону. Так, 3.6, у этого 3.9. Отстой лук. Зато у него шанс на крит 3. Что лучше? 3% крита или на один максимальный урон выше. И на одно гнездо меньше. Ну, вообще без понятия. Вообще тут гнезда самая тема. Больше гнезд круче. А потом вообще. А? А меньше гнезд. Меньше гнезд. Меньше гнезд, меньше гнезд. Вот я так же думал. Так, ну назад я возвращаться не буду, там уже ничего не будет. Буду идти тогда вперед. Ты там доходишь до чувака, убиваешь чувака, и там вход в город. Все. Я думал, где-то в пати должно как-то висеть. Или нет. Или сейчас мы это будем изучать. Эй, меня что-то ударило. Сфера что? Превращение? Что это такое? У меня какая-то тряпочка. Свиток мудрости, это по идее... Улучшает обычный предмет до магического. Кстати, неплохо. Свиток мудрости — это оценка, типа? Да, это оценка, и все, ну, по идее, белые шмотки, если ты их продаешь, они превращаются в эти свитки. Ну и там какие-то еще непонятные комбинации, типа... А денег здесь нет? Денег здесь нет. Но здесь есть, типа, комбинации на продажу, они работают как куб Харадрика, понимаешь, что можно было склеивать. Угу. Вот там как-то так же работает все дело. Эй, а как же без денег? Я хочу фармить миллион. Где не хватило Диабло. А что вот у меня там какая-то вверху полосочка зелененькая заполняется? А это твой камень прокачивается, стрелы, он типа будет помощнее, когда прокачаешься, ты нажмешь... А его можно вытаскивать из оружия? Да. Ты его прокачаешь, когда он будет классненький. Я выбилась из сил. Химерий хочет умереть. Хотел что-то сделать. Вон, в чате пишут, какой-то там чипец, продам 3 свитка. Так, можете повысить уровень своего камня. Нажмите кнопку. И по идее, когда ты повышаешь вот этот вот камень, он начинает требовать чуть больше там. И потом его тупо нельзя повысить, потому что у тебя тупо нет ловкости. Вот у меня, например. А у тебя, наверное, будет какой-нибудь там не хватать силы или что-то такого. 10 брони, 12 регенерации здоровья. Ок. Урон от чар, 3 здоровья за убийство. И 6 отстойный. Это что, пояс? 10% увеличения. Требуется 15 интеллекта. Откуда мне высрать интеллект? За дерево умений? За дерево умений или на шмотках висит он иногда. Эй, ты что там такое нашел? С интеллектом. Пояс какой-то. Ага. Может быть, для меня пояс. Но у него только лишь 10 увеличения урона чар, 12 урона чар, наверное, да. Ну, потом как-то скинем. Вот, дальше проходишь, тут будет, должен быть город. Я не знаю,
Чуть тень. А, во, во, появился ты даже. Сможешь что-то почитать, это не знаю, что это. Образ знаний. Даже ход есть. Я ничего не понял. Не, ну в этом-то и суть, вот. Должен давать обрывки истории, чтобы было ничего не понятно. Вот тут сундучок. Достаточно большого на 4 ячейки, по идее, можно на плюс нажать и купить за... за бабло. А, за бабло. За какое-то бабло, я не знаю. Но я думаю, этого и так хватит. Тут 4 целых ячейки. Так, это что? Я помню. Здесь один торговец вот этот вот, что-то он болтает. Ты испуганный ланью бежал от моего отца. По идее, в каждом городе должны быть вот продавец вот какой-то мути, типа колец, там, поясов и бутылок. А, другой чел, типа броню, оружие какое-то. Меня зовут Несса. Думаю, стоит сказать тебе спасибо за избавление от гнилого великана. Охотница, пусть твоя поступь всегда будет легка. Здесь не дворец, но сейчас застава, наш дом. Побудь здесь, ты можешь нам пригодиться. Если ты пойдешь, ну, вот дальше, сюда надо идти, ну там все продай, все, что не нужно, все, что нужно, тайни. И где ты там? Читаешь? Всех травами и морской водой не вылечишь. Блин. Вот, на пояс. А, черт. Наверное, надо обмен как-то кидать, торговать. Я не могу его никуда принять, принять. Здесь черт, это сделка делать ни к чему. Сейчас. Торговать. Ну и кидай. Неплохо. А, это не пояс, это типа сфера. Вон у меня в руке, видишь, он, наверное. Если прикрутить, то как глаз выглядит он в руке. Колесиком покрути. Сейчас я продаю. Какие-то перчатки. Так, что там принять? И что она мне, говоришь, дала эти свитки? Она мне дала свиток и обрывок свитка. Ну, обрывок это вот типа сферы, вот, которые превращают из обычной шмотки в эту крутую. То есть тут есть вот 5 обрывков собираешь, она дает осколок, ой, свиток мудрости, и 5 осколков, ой, 20 осколков превращения дают тебе одну эту сферу. И там чуть ли не знаю штук 20 всяких разных фиговин, которые там добавляют какую-то магию, меняют магию. На правой клавиши нельзя продавать, это плохо. Нужно перетаскивать все это дело. Тут не так много и перетаскивать. Осколок, перемен. Стопка из 20 осколков становится сферой перемен, ясно. Вот, и тут чел тебе должен дать камень. Ща. Блин, ну на правую клавишу, ну ребят, ну опыт дьявола, ну вы что? Что с этим? Я помогу тебе. Охотница однажды обстреляла аглоеда. Отловлена и с острова отправлена она. Изгнанница, эти слова станут первой строчкой поэмы о тебе. Доска объявлений. Повремени меня потрошить. Зови меня Брики, капитан славной посудины, хмельная чайка. Жаль, что она легла на дно. И к этому острову можно добраться вброд по широким отмелям. Бадминтон. На миг наскочила моя хмельная чайка. Там живут дикари. Mm-hmm. Я видел, как они зажарили корабельного доктора, но судовую аптечку вроде не тронули. Наверное, чисто теоретически. А, да, там, и в нем полно лекарств. Чат вот там внизу, Shift Enter, что-то там можно на торговый чат нажимаешь галочки на красный, и он трубается. Видишь такое? Там на любую стрелочку нажимаешь, там вот три в ряд стоят вертикально. Ну я что-то понажимал, так и не помню, вроде. И там вверху типа чат, и он зелененьким, например, решетка 4, типа, четвертый. Нажимаешь, он врубается. Типа, и вы отсоединились. А ты брал что-нибудь с доски объявлений или. А, нет, это не фигня, это типа в пати там вон. Начало, кто-то качается, кто-то там. Где ты научился так сражаться? Че, тебе дал этот чел камушек? Сейчас, погоди. У изгнанников нет прошлого. Оно исчезло в тот миг, когда слуги владыки отдали нас волнам. Здесь важно одно. Выжить. На, выбирай. И не благодари. Тут каждый сам за себя. Чем больше у нас бойцов, тем дольше проживем. Да, кита камни. Для получения умений надо вставлять гнезда.
бла-бла-бла, чтобы выгнать. Нажмите правой клавишей мышки. И что, надо эти камни? Один из трех выбираешь? Я случайно тыкнул, не прочитав, что они дают. Так, тут много всяких штук. И вот эти камни, по идее, дают за квесты за какие-то. Иногда они валятся с трэша. Ой. Ну, заходи, короче, в побережье, там что я нажал. Там будет такая большая белая дверь. Если на нее наводишь. Называется побережье? Да. А там больше ничего интересного не было? Нет, там. Вот только все эти чуваки квесты раздали, и все. Можно идти. В таких краях я раньше не бывало. Впереди темные дни. Кстати, тут реально области генерируются как дьявол, случайным образом. О, кстати. Сколько там можно зомби призвать? Все, готов. Нас никто не убьет, пока не убьет зомби. Зомби призываются из трупов, прям как в Диабло. Кто-то качается. Я выбилась из сил. А те шмотки такие же, как мне, падают? Сейчас железные рукавицы, да? Да. Так, убил мою. Еще одни железные рукавицы, да? Да. Это тебе не дьявол. Ты предлагаешь белые не собирать шмотки? Ну, я, в принципе, не собираю. Но у меня какие-то на мне натянутые есть. Как бы фиг с ним. Ну, если что, потом повыкидываешь, они все равно не стоят голову никакого. Ну, их наводишь, смотришь, может, если лучше выбираешь. А так только синий и желтый. А, вижу, все понял, что можно наводить. Кстати, ты на карте не отмечаешься, что ты дальше. Ну, ты да, дальше. Нет, мой зомби. Эй, могильным червям придется отложить свою трапезу. Ну, урон кто-то умер, по-моему. Теперь есть выбор между ловкостью, меткостью или уклонение. Слишком сложный выбор. Что такое меткость вообще? Давайте. Ну, тут есть шанс промахнуться. Я думаю, начну с ловкости. Чем мне ману как-нибудь поднять, у меня ее супер мана. Это за это интеллект отвечает. Да, два интеллекта, одна мана. Какие-то порталы, ну норм. Так. О, это хорошие ребята. Я тоже огня умею. Фак. Кстати, лечиться на 1-2, если что. Пылки. Да я вот понял, да. Что-то их тут до жопы вообще. Я часть отвел сейчас. Хорошо, я зомби вижу, выручаю. Блин, я их только успеваю тут перекастовывать. Кончились трупы. А бутылки бесконечные, что ли? Но они восстанавливаются после убийства. Их хаваешь, у тебя здоровье восстанавливается, а потом... Так, шерстяные неопознанные. Так, тут какие-то еще крабики, блядь. На, еще и маны. Жезл, перчатки, точильный камень. Ну, точильный камень собирай. Лук какой-то он высокого качества. 3-10 у тебя какой? 3-6. 10% урона HR неопознанно. А, надо опознать, наверное. А, фак. Тогда нужно все собрать и отнести. Кстати. Че, места нет? Ты уже все собрал? Так, здесь что-то еще. Перепутал свиток опознания
продать. У меня вообще есть свиток опознания? Так, это что? Точильный камень имеется. На, еще нельзя, кстати, во время продажи менять шмотки. Не дает, короче, в инвентарь положить шмотку себе. Ну, в смысле, например, тапки переодеть. То есть ты должен выбрать до того, как... Да, да, ты должен выбрать, потом подойти и продать, все не нужно. Длительность оглушения. Два зеленых камня. Кстати, эти штуки меняются прям, когда кидаешь, например, 5 собираются в стаке, они сами склеиваются. Мне прикольно. 1-4 физического, 1-4 физического. А у тебя второй камень какой? Натянул? Да, он у меня этот. Так, 3-6. Один маны за убийство, урон от чар, и оба синих. А второй камень 3 стрелы выпускает. Привет. Продать. И в сундук положить неопознанную штуку, вот эту. Обрывок. Свитка. Тебе помочь? Еще один обрывок свитка, что ли? У меня 4 обрывка свитка теперь. Е-е-е. А где так. Портал? Вот здесь, да? Он там ниже. Так. Карта. Карта мира У. Гениально. Сейчас я перенастроил карту мира на М. Магазин пошел нахрен. А У это какое У? Ю. Ю. Ну, которая русская Г. А нафига ее вообще открывать? Ну, просто посмотреть. Факт. Как проходит у нас. Все пиздец. Так, ну куда-то. Судя по этой карте, в эту сторону где должен выпасть. Там что-то серого цвета выпало, жутко. Собирай все. Осколок стекла? Что? А, это они так называли этот, я думал здесь какие-нибудь материалы. Он типа, это колчан он выпустил. Да, но он только уже, нет? Да, абсолютно точно. Ок, выход появился. А нам разве на выход? Ну вот карту М открой, ну которая у тебя... Ладно, пойдем. И там квест сюда, когда пошли в прибрежный остров. И ну куда-то охренеть откуда. Послание можно почитать. Зомби, кстати, вообще нормальный. Кто? Зомби вообще нормальный. Никак. Там есть какая-то, вот у меня можно уйти в сторону, типа увеличение здоровья зомбиев. Там есть всякие зомби, скелеты и прочие чуваки, которых можно призывать. Можно им увеличить урон, увеличить им здоровье. Тут развитие, короче, можно в любую сторону делать. И у меня, кстати, увеличить. У меня зомби кончились. Так. Самое время убить вот этого зомби. Тень идет какая-то еще. Черт. Реально тени такие бегают. Типа. Ладно, зомби там перемочат. У меня скорость сотворения чар плюс 3%. Давай, если что, прокачивайся, я тут убиваю. Отгоняю. Так,
Выбор. Почему-то сюда не идут дальше, нельзя, требуется... Можно. А где требования не соблюдены? Где требования прочитать? Ну, они надо по цепочке. О, сейчас нас всех убьют. Там чувак элитный выбежал. Там они просто, если у тебя одно открыто, то следующую в полосочку просто дальше идет. А какие требования, хрен? Один. Чисто он одной этой штукой сносит всех зомби просто одной волной. Я его буду одним, конечно. Я его буду всем, пока у меня мана нет. О! Это аптечка. А, это квест вепл. Ты взял ее? Давай, да. Ну, он для всех попадает. Ржавый клинок тебе не нужен? Не, его продать. Ну, можно все забрать, чисто продать. О, кольцо с ракушкой к максимуму маны тебе нужно? Да не, не особо. Если у тебя есть такое же, то давай, если нет, то носи. Я тут не спрашиваю. Матерчатая безрукавка. Ну смотри, а чё там такое? Бля, да что ж такое, а? Выкинем свитки порталов. Чё там у тебя не соблюдено? А, ну и вот, если я открою эту штуку, у меня было, я взял скорость атаки, а потом... Подожди, а ты где там был? Так, а у тебя где он вообще находится? Ловкость. Зелененькая. Потом скорость атаки я пошел. Потом следующая меткость взял. Подожди. А он у тебя в каком районе так вообще находится? Да, я понял, я если пошел в другую ветку, я не могу выбрать. Нет, ты этот первый же можешь выбрать. Там у тебя первые. У тебя две, да, вот на выбор сначала идут. Ты можешь оба выбрать. Ну это да, но. Блин. А не, подожди, отмена. А, все, я понял, я не на ту стоял, надо ли вначале меткость выбрать, все. Я понял. А, либо меткость, либо еще ловкость. Я возьму меткость. Ты так меткость. Кстати, на С, по-моему, можно пострелить шанс попадания, у меня 80%. С, открываешь там у тебя все эти характеристики. Так. Шанс попадания 93 теперь. Ну вот, качок. Пацаны. Ну, у тебя там, не, смотри, не прокачались еще у тебя эти камушки под карты? Нет. Один почти полный, но у меня, кстати, выстрелы какие-то странные стали. Не знаю почему. Здрасте. А где прокачался? По идее, он будет чуть-чуть круче бить. Или? Ну, точно будет. О! Элитнички. Синенькие. Кожаный чипец, что там, шапка, грудак. Так, сейчас. Сейчас я настрою. Пока беги там, я тебя догоню. С это у нас будет А, а инвентарь у нас будет С. Все. Лайк и Диабло 2. А что ты поменял? Ну, чтобы на кнопочку С был инвентарь. Не, на С был чарактер, ты чего? Инвентарь был на Б. Не, у меня чарактер был на А. Так, все. Нет одного зомби. Винок рукавиц. О, рукавиц меняется. Все, на выход. А, знаешь, куда пойдем? Сейчас я тебе скажу, куда мы пойдем. Мы пойдем туда, где ты открыл портал. Да, наверное. И в город там сдавать. Ну и заодно по пути можно всякого говна собрать. Так что не зря открыл. Черт, поклажи меня замедлит. Ну, кстати, сейчас загрузилось вообще момент. Первый раз у тебя долго, что ли, грузилось? Ну, первый раз секунд. Лекарство. 5.
Пошли, рассказик. Не представляешь, сколько они значат. Не все больные пережили бы эту ночь. Лекарства и дадут бутылочки. В обмен на весть, что жизнь мамы и ускорение. Вы с Тарактием даете нам не просто мази и припарки. Вы дарите нам надежду. А, две бутылки, а две из них неопознанные, это как? Ну, они будут добавлять тебе всякие ништяки. Ну, то есть, опознаешь их? Вот, например, мне дали повышение скорости восстановления зарядов, не знаю, что такое заряд, ускорение восстановления после оглушения. Ну, то есть, опознаешь и натягивай их на третью, на четвертую, пятую. У тебя есть еще место. Да. Я все не могу привыкнуть здесь, конечно, к некоторым вещам. А, так, я взял ускорение. Меч. Как думаешь, нужно опознавать какой-нибудь там меч? Он будет стоить другую детальку, если ты его познаешь. Ну, если он, по идее, желтый, то он будет другое тебе что-то давать. Хотя... Ну вот, например, у меня шапка дает две такие фиговинки, осколки превращения, да? Если ее познать, сейчас я ее познаю. Свиток мудрости. Два осколка. Так она дает 4 каких-то осколка времени. Хотел бы себе такие осколки. А что с этими осколками потом делать? Но они склеиваются сами по себе. Когда их 20 собирается, они склеиваются. В какую-то штуку. Энергетический щит 14. Это у тебя, что ли? Такое? Кстати, красивый мечик был бы, но он видел. А нафига это камень? Качество оружия? Да. То есть, по идее, с обычного там до синенького. Так, тут кто-то квест дает. О! И теперь почитай только, перед тем, как выбрать. Я помогу тебе, чем смогу. Продам начинку. Ну, блин, на правую клавишу я не сделал, так надо будет только забайкотить. Еще один свиток. Сфера усиления, сфера превращения. Так, сито пусть лежит. А, кстати, можно перчатки оценить. Шерстяные перчатки феи. Регенерация здоровья. Энергетического ускорения восстановления после оглушения броня 16. Какие-то странные, короче, загоняю. Осколок перемен. Сфера перемен, ясно. Так, теперь это послушаю. Тебе удалось забрать сундучок доктора Тревора. Ай, молодец. Аптечка Несси пригодится. Нашему костоправу. Офигеть, тут камней. Да. Ну, кстати, нам разные. Мне два одинаковых не дадутся? Да, в смысле, зачем тебе второй такой? Не, ну, случайно они подсунуты, я не прочитаю. Ну, может быть, кстати, есть такое. А где почитать название моего камня, который уже есть? Ну, так этот отмени. Хотя, не знаю. Ну да, наверное, на крест нажимаешь, он тебе потом снова даст. Вот. Ну и в этом... Но наводишь чисто на камни, у тебя будет написано. А, горящая стрела, вижу, а тут расколотая стрела. Ну, они, в принципе, так же, как и обилки называются, которые у тебя внизу. Я понял, да. Так, ядовитая стрела, удар гадюки. От хаоса. А тут некоторые камни вообще для меча, ну нафига они мне? Ну, есть такие там, типа, ближним боем носят какой-то урон. У тебя нет там огненной ловушки? Я ищу подрыв трупа у меня. Вот, подрыв трупа у меня тоже был. Парный удар опять. Двумя оружиями, а красный камень, что рассечение, герои. Вот у меня был зеленый удар, зеленый камень, огненная ловушка. Если есть, то он крутой. Ну или какая-нибудь еще ловушка. Мне надо либо ядовитую стрелу убрать. Кстати, я на самом деле вообще не знаю в этой игре что да как. Что крутое, что не крутое.
Короче, возьму ядовитость. Причем еще у тебя все отличается от того, что у меня. У меня какое-то кольцо льда было там. Ага. Венец молнии, там еще какой-то пойдем сюда сразу дать. А, ну такое звери, да? Я глазами видел ожившие скелеты Роа. Беспокойные мертвецы и залетай прям сразу в этих краях обычное дело. Как он? Но животные сами не поднимаются. Кто тревожит их покой? Сдается мне, что за ответом придется идти в смрадную заводь через илистые низины. Воняет там изрядно. Но стоит потерпеть, чтобы избавиться от дух. Все, не сдаешься? Ок, опять по перебережье? Ага. А убитые уже не будут воскрешаться. Пошли только сейчас наверх, по верхней стороне. Может, тут проход будет. Блин, почему они циферки не дали вместо кверти? А, вот, темно сейчас, смотри. Это мои ловушки огненные только. Что-то из этого не мое. Я всех зомби отвлечу. Чёрт. Зря выкинул ловушку. Опор, сфера, блин, сейчас. Смотри, сейчас будет тема. Раз, два, три. Видишь их? Ну что так было, только я не понял. Вот сейчас, сейчас корабль прибежит, может быть. Нет? Черт, никто не бежит ко мне. Черт, никто не подорвался на них. Ну, кстати, это не нормально.